когда вы отдыхаете. Они видят абсолютно все. Они агенты 550, и они спасут город Чебоксары. Количество урн в парках достаточное. Чебоксарцы талантливые. Вдохновляет вас город? Конечно! Чайки и утки сытые. Мусор, внимание, мусор на земле. Внимание, мусор под московским мостом. Очень много мусора. Новая миссия для агентов 550. Команда, общий сбор! За работу! Мусор – беда всей планеты. По статистике, каждый человек в день производит примерно килограмм мусора. Часть его люди научились перерабатывать и производить из мусора новую бумагу, пластиковые предметы и даже мебель. Главное – донести мусор до контейнера, а не оставлять на земле. Откуда столько мусора под мостом? А что, укромное местечко? Мусор вдоль дорог и на остановках в Чебоксарах убирают сотрудники компании «Дорекс». Сейчас бригада работает у дома мод. До моста рабочие еще не дошли. Хороший мы им сюрприз устроим. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим вам помочь. Можно? Можно. Даже нужно. Обратите внимание на одежду дорожных рабочих. Она яркая, лимонного, но чаще оранжевого цвета. Именно он лучше других заметен в любое время суток и даже в условиях плохой видимости. Светоотражающие элементы на одежде также помогают обеспечить безопасность рабочих. А во сколько вы выходите на работу? Мы с утра в 6 часов выходим на работу. Самая сложная у нас работа – это зимнее время. Когда метель, мы убираем снег, мы чистим остановки. А вы даже в праздники работаете? Праздники – это у нас обязательно. Потому что в праздники весь народ гуляет, чтобы город чистый был, красивый был. И мы обязательно работаем. А находили ли вы в мусоре всякие интересные вещи? Мы много что находим. Монетки находим, золото находим, паспорта находим. Но все мы это отдаем. Берем находок, отдаем или по адресу отдаем. Это еще что? Сотрудники мусоросортировочного завода вообще организовали музей уникальных вещей, выброшенных людьми. Так, наиболее ценным экспонатом, который здесь представлен, является газета, которая была выпущена на следующий день после Великой Победы, а именно 10 мая 1945 года. Также имеется наградной лист нашего земляка, который принимал участие в реальных боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. Как тут могла только рука подняться у людей, выбросить такую действительно память? Содержать город в чистоте людям помогают машины. Много машин. Целый автопарк спецтехники. Я в восторге от такого количества машин. Сколько их у вас? На нашем предприятии АО «Дорекс» насчитывается около 140 единиц техники разных видов. Зимой и летом чистим дороги, зимой убираем снег, вывозим мусор круглогодично, строим асфальт, латаем ямы, доставляем воду, и наш парк каждым годом обновляется. Недавно нам из города Смоленска приехали 3 новые машины. Они универсальные, могут работать зимой и летом, день и ночь. Летом в основном они могут перевозить песок, соль, землю, асфальт.
А зимой у них основное направление будет уборка снега. Вот эти бункера ставятся на самосвал на этой машине. Эти отвалы вешаются вперед и толкают снег. Движение каждой машины по городу отслеживает диспетчер. Улица Ярославская. В данный момент там работает огромный пылесос. Машина называется пылесос, подметает, убирает вдоль дороги. Воды туда входит один куб. Приблизительно 10 километров дороги подметать хватает. Здесь кнопка пульт управления, щетки включает, маяк, фары включает на щетки, а это обороты двигателя. И вот, собственно, замок зажигания все выкручен. Помогать рабочим Дорекса так по полной. Предлагаю собрать мусор сразу после празднования Дня города на Певческом поле. Итог дня. 14 килограммов собранного мусора на Певческом поле и 27 под Московским мостом. Когда-нибудь люди все-таки поймут, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Наша миссия сегодня выполнена на отлично. У агентов с двумя пятерками по-другому и быть не может. До встречи!